Всем привет! Сегодня вы нас застали врасплох. Вы имеете возможность понаблюдать то, как производятся клипы на свет. Итак, сегодня второй этап – монтаж. Я к нему, безусловно, причастна. Но, конечно же, я нашла время и выбрала победителя. Победителя конкурса, который организовал Pepsi. Это автор идеи губной гармошки и битбокса. Итак, ты сегодня победитель. Почему эта идея? Потому что мои песни еще никто не играл на губной гармошке, и потому что я уверена, что это будет здорово. А ты, мой милый друг, имеешь возможность повстречаться со мной. Немножко поиграть на своем экзотическом инструменте. Пункт назначения выбираю я. Скоро увидимся.